смешно, мы потом разберемся, почему было не смешно. Но я думаю, вам очень понравится. Ваши аплодисменты встречаем! Добрый вечер, дети, а также остальные их надзиратели. Так, Таня, давай уже начинай, меня уже разбирает прямо отчасти. Саша, тебя разбирает от кое-чему другого. Так, не поясничай. Ты вообще знаешь, что твои дети сегодня сделали? Ну и что они сделали? Так, хватит облизать мне ухи. Так, ребята, я смотрю на вас, и я понимаю, что вам не хватает какой-то энергетики. Кто-то сказал слово «энергетика»! Блин, ребята, вы понимаете, это какой-то анрил вообще пошел. Давайте уже начинать. 19 июня, дети вожатые, давайте зажжем. Не надо во всех школах проверения выпускные, так представьте случай на выпускном. Маша, Эрика, идите сюда. Итак, представьте, маньяк немного не рассчитал. Помогите! Помогите! А такое может произойти с каждым в столовой. А потому что здесь есть колесики, колесики.